Всем привет, друзья! Вы на канале Культ Геймс. Мы с вами начинаем проходить Call of Duty Modern Warfare. Короче, Call of Duty 4 Modern Warfare. Это у нас следующая часть, очередная часть Call of Duty, которую мы будем проходить. Мы прошли с вами первую с дополнениями, вторую с дополнениями, третью мы пропустили, потому что она на ПК не выходила. Я попробовал играть на эмуляторе PlayStation на ПК, и это просто ужас, просто кошмар. Я не буду мучить ни себя, ни вас записью третьей части Call of Duty, а следующая в хронологическом порядке у нас идет вот эта часть Call of Duty 4 Modern Warfare. Ну что ж, начнем новую игру, посмотрим, чем нас порадует после Второй мировой войны. Сначала хорошая новость: в мире все отлично, в России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Такс. Можно пострелять. Знаешь, что делать? Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Что такое первая позиция? Ага. Прицелься в мишень, Соу. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени. Целись через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Отлично! Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Так, ну сразу видно, что графоний стал поярче, поинтереснее, но все-таки. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Много времени прошло с. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Ударьте ножом по арбузу. Нож это что? В. Ага. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан, ты сейчас допиздишься в меня. А, здесь тоже капитан Прайс. Блять, как в первых частях, прикольно. Да, ребята, я тот человек, который никогда не играл в Modern Warfare. В четвертой Call of Duty. Так что, блядь, меня ждет, надеюсь, очень увлекательное времяпровождение. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. Ну, давайте. Финиш, ага. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу. И тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Нихера не понял, пошел, но, блядь. Пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Куда?
Ни хера не понял. Это куда, блядь, ее бросать? Еще раз. Стреляй по другим мишеням. Бля, ребята. Еще раз. Что здесь, сука, делать? Еще раз. Возвращайся. Ты пропустил одну мишень. Так, да, давайте еще раз заново. Поехали. Ага, понял. Ладно, Соб, достаточно. Ты прошел испытание. Если хочешь попробовать, ну хоть раз, так. Забирайся по лестнице. Не, не хочу. Поехали дальше. Чтобы узнать результат. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200. Вольно. Давайте средненький возьмем на этот раз. Я редко беру средний, обычно беру легкий уровень сложности во всех играх, чтобы быстрее пройти, быстрее вам показать игру, геймплей, сюжет и так дальше. Ну тут давайте возьмем средненький, раз уж их 4. Его же еблет вообще не поменяли с первых частей Call of Duty. Точно такой же капитан Прайс, только на 60 лет позже. Блять, на 80. Сука, уже в 2023. А, типа ебош. Так, ну что ж. На лестнице чисто. Последний раз. В коридоре все чисто. Спи спокойно. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Я их вижу. А я не вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. УАЗик. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. Еще один УАЗик. Б-6, умолот кончать с топлива. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, молот. Укров, Гриффин, прикройте 6-го. Остальные за мной. Вас понял. Блять, что-то там пиздят. Ничего не понимаю.
Куда? Где вы? Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Проверить углы! Пусти, проверить пусти. Углы! Пошли! Проверить углы! Слева все чисто! Справа все чисто! В коридоре все чисто! Идем дальше! Справа все чисто! На лестнице чисто! Движение справа! Террорист нейтрализован! В коридоре все чисто! Проверить углы! Проверить углы! Слева все чисто! Готов, сэр! Идем дальше! Едем дальше. Ждать моего сигнала! Жду приказа! Вспышка! Пошли! Блять! На помосте чисто! Я прикрою, давай наверх! Все ко мне! Идем дальше! Блять! Неожиданно. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне. Идем дальше. Так держать. Все тихо. Газ справа. Выполняю. Бля, как все быстро. Резко. Готов, сэр. Ну, создатели Call of Duty умеют в атмосферу. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли. Движение справа. Идем дальше. Ну, весело, весело пока что. Блять. Дальше. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Что мы нашли? Здесь на арабском. База говорит Бишек. А, ну конечно. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка Микки. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика. Быстро! Так, все на палубу, бибан! Поехали. Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник при... Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Черт, что это было? Пора уходить быстрее!
Прикольно. Бля, круто. Ускоряться почему-то мы не можем. Отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Ну, что можно сказать. Прикольно, весело, хорошая графика. Пока что все хорошо. Там посмотрим. Видно, игроков уже задолбала вторая мировая за три части. И они решили податься в современную войну. Так, будем освобождать заложника, видимо. Мерсик на автомате. Салон машины клево выглядит. Ну как, я имею в виду относительно того времени. Ага, на значок посмотреть. Значок машины, в смысле. На улице пиздец творится. Короче, репрессии. Тем временем титры показывают, рассказывают о разработчиках. Интересненько.
обычно в конце игры титры, тут в начале. Да, не хотелось бы оказаться в такой стране в такое время. Куда-то тащат. Ой, я не хочу сюда. Бля, мне сюда не хочется. Эй. Да вы чё, бля? Эй, пойди нахер. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай, блядь. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Такс. Ну что ж. Полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Ага. Ну, окей. О, есть коллиматор, наконец. Бля, почему у них во всех играх какие-то полуразрушенные дома? Даже в современных. Так, чё дальше? Куда? Ты чуешь газ? Да, комаров.
Эй, я что-то не понял. Блять, как, куда вы делись? Ага, туплю. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь, Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу. Сержант сюда. Саша Семенов, отсюда, блядь. Ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Комаров. 2А. Комаров, блядь. Снайперку. А. Ага. Понял. Паук, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. А, стоп, я могу это пробить, да? Ага. Понял. Капитан Прайс, возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Сафари. Куда выстрелить? Никого не осталось, блядь. Да, сука. Так. Что нажмите ш... А, чтобы задерживать дыхание. Да, в принципе, мне и без того норм. Блять, это свой.
Блин. Как всегда. Как всегда в Call of Duty я, блядь, бью по своим. Не понимаю, где свои, где чужие. Враг нейтрализован. Так, это, короче, наши идут оттуда. Идут сюда. Есть, ага, обеспечить снайперскую поддержку. Есть задание, как в прошлых частях. Северо-восток. Хоть какой-то успех. Теперь за мной к электростанции. Несем потери! Бля, так я тут и был. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... Добби! Добби, так на северо-восточном краю деревни. Сол, газ, мы должны добраться до того дома прежде, чем со шпионом что-то случится. Пошли в ближний бой. Будет быстрее. Более рискованно. Ай, блядь, я ж говорю. Хера, их так много. Так, что дальше, куда? Так, это свои. Да, блядь. Где-то здесь. Обойди здание и перережь провода.
Блять. Что это было? Что вам нужно? Николай. Спецназ? Это он. Николай, ты в порядке? Ты сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6, на связи Орлан. Мы в пути. Конец связи. Пошли, пошли! Пока все довольно-таки несложно. Но посмотрим, что будет дальше. Приятно, приятно. Уже графа приятная, управление хорошее, геймплей, все дела. Сюжет. Так, сержант Пол Джексон. Разведка сообщает, что Алясад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Алясада. Всем ясно? Пошли. Блять, опять свои. Господи. Блять. Так, хорошо. Все трупы. Искать Алясада. До самой первой труп. Здесь Алясада нет, сэр.
Центр, говорит Красный Волк. В здании чисто. Аль-Асада нет. Прием. Вас понял, Центр. Конец связи. Всем быть начеку. Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции полкилометра отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посыл. Вперед. Так, будем пробираться к Аль-Асаду. Бля, я застрял в текстурах. Прикольно. Поздравляю, блядь. Ну как? Я застрял. Блядь. А вот и интересный момент. Так, мы будем двигаться или будем стоять и отстреливаться? Блять. Ты очень дохера. Или так и должно быть. Давайте попробуем обойти. Блять, или нет? Заебись, еще и слепят. Да сука, блядь, с обеих сторон. Че их так много?
заблокирована и окружена, сэр. Отлично, занять позицию на прорыв. Ну? Ай, блядь. Бля, прикольно. Таких локаций я еще в играх не видел. Это реально круто. Как-то здесь, видимо, тоже бывает типа ранение в голову. С одного патрона просто выносит. Да иди ты нахер. Заебали. Так, а куда дальше? Блять, заслепило. Ну, игра непростая. Реально. Блять, свой. С РПГ, чувак. Мне теперь стрёмно стрелять по этим типам. Так, и что? Все чисто! Наверх! Алясад должен быть на втором этаже! Где у нас вход на второй этаж? Так, веди меня.
Ага. А вот и наши парни! Так точно! Так точно! Не стрелять! Это свои! Никаких признаков Алясада, сэр. Хорошо! Десантники заходят! Всем быть на чеку! Так, ну тут, видимо, надо подождать, пока наши добегут. Или нет? Да. Давай, открывай. Короче, нас наебали. Этот Алясад, видимо, будет антагонистом в этой игре, то есть главным злодеем. Закинем гранату. Блять, свои. Пулемёты.
Это мне? Нет. Или все-таки мне? Внимание! Войска противника приближаются к танку. Срочно требуется подкрепление. Вас понял! Выполняем! Конец связи! Сэр! Их там тысячи! Заткнись и продолжай стрелять! Вас понял! Огонь на подавление! Так, нужно двигаться. Блять, или все-таки не стоило? Ух, блядь. Беспилотный разведчик обнаружил вражеские танки. Рядовой Уэс, поднимайся на крышу и заедай. Рядовой Уэс, ранен! Джексон, ты живелин, разберись с танком! Джексон, хватай живелин! Джексон, бери живелин и разберись с танками! Да подожди. Херасе. Уже, блин, мощная херня. Так, что там дальше? Еще? Бронетехника. Так, двигаемся. Б-6! Мы попали под обстрел к северу от перехода! Где вы, черт?
Морд, вас возьми! Мы почти на месте, держись! Танк с другой стороны перехода. Давай, возвращаемся к нашим. Блять, жестко. Эй, шесть, доложите обстановку, прием! Мы все еще окружены, сэр! Нас осталось четверо! Но танк еще на ходу! Прием! Противник с востока и с южного фланга! Удерживать позицию! У них взрывчатка! Не дать им приблизиться к танку! Мы шесть, говорит кабан, вышка накрылась, но у нас еще остался пулемет! Вот сейчас бы от снайперки не отказался. Блять. Да, блядь. Пиздец. Так, двигаемся понемногу к зенитке.
как ее уничтожить? Вижу, там можно установить взрывчатку. Ждем. Второй, видишь кого-нибудь? Нет, вы всех уничтожили. Вас понял. Все цели уничтожены, мы улетаем. Удачи, парни. Прием. В зоне посадки чисто. Высылайте техников. Пора вытаскивать этот танк. Вас понял. Они уже в пути. Операция выполнена отлично. Конец связи. Отлет! Занять позицию у танка! Вперед! Внимание! У нас слишком мало времени, чтобы вывести отсюда. Займем позиции у болота. Здесь, здесь и здесь. Техникам нужно время, чтобы починить танк. Всем ясно? Это будет продолжение этой же миссии? А, не, возвращают нас. Будем играть за Солпа. Николай у нас. Мы заберем его в штаб-квартиру в Гамбург. Расчетное время прибытия 7.00. Конец связи. Черт, не водери! Все еще жив. Вставай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Так, пока что только пистолет. Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. Б-6, говорит база. К вам летит АС-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. АС-130, да? Давно я на таком не летал. Николай, ты никогда на таком не летал, если ты русский. Чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота. Мы знаем, ты их где-то прячешь.
Кого? О чем вы вообще? Там у тебя облегчение, ладно, а? Прикончим этих ублюдков, пока они старика не убили. Не успели. Все чисто. Отлично. Идем дальше. Прожектор! Все на землю! Не высовываться! Блять, ну заебись. Картины послетали. Прикольно. Слишком тихо. Куда они делись, черт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть начеку! Блять, тут еще есть собаки. Охренеть. Да заебали же с ним, если помню.
Держитесь, вертолет возвращается. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Стойте. На мосту впереди часовые. Следите за прожекторами. Идем дальше. Никому не высовываться. Так может снять их просто, да и все. Вижу врага! Они в поле! Нас засекли! Открыть огонь! Ответный огонь! Они переходим через поле! Вперед! Осторожно, вертолет! Да, блять. Стойте, на мосту впереди часовые. Да, у бухты. Шевелись. Вижу врага. Они в поле. Осторожно, вертолет. Нужно, наверное, просто пробежать. А, это вертолет насыпает. Занычимся. Так, что-то мои добегают. Да. Ага, вы уже тут. Окей.
Какие-то теплицы старые, что ли? Так, еще 200 метров дойти до зоны. Попробуем. Быстрее! Блять. Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один стингер и открывай огонь. Устрой ему проверку. Черт, молодчина, Соу. Отлично, Соу! Все ко мне! Выдвигаемся! Б6, внимание! В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. Б6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот. Огневая задача. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Ой, ёп. Посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот. Выдвигаемся. Конец связи. Так. Опять закончили. Прям таки какая-то реклама американского оружия. Игрушка. Тут тебе и джавелины, и стингеры, и самолеты. Пламя, мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Да.
Сектор. Подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю, внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Второстепенные цели. Да, прямое попадание. Они пытаются укрыться за стеной. Покончить с ними. Жизнь поражена! Вон там. Получаю данные. Вижу еще пехоту. Да, он направляется к окопу. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Готов открыть огонь! Надо выделить сигнал. Попал! Бабах! Уничтожить его! Расправьтесь с ними. Кого, блин? Подстрелишь его? Получено разрешение открыть огонь. Так это наши. Вижу пехоту. Восстановление цели. Тут что ли? Установить радиус сканирования. Вы ведете огонь по своим. Или сюда. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на их датчики. Готов открыть огонь! Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Ни хрена себе. Готов открыть огонь! Не вижу я пехоту. Вижу пехоту. Покончить с ними. Уничтожить его. Ух ты. Готов открыть огонь! На дороге противник. Жизнь поражена! Может попробовать ближе? Неплохой выстрел. Готов открыть огонь! Он один бежит. Где? Вижу движущуюся машину. А. Вон там. Получаю данные. Пламя говорит П-6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе. Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. На дороге противник. Огонь! Смотрите, куда стреляете. Следите за мигающими датчиками. Это свои. Попал! Отлично. К ведению огня готов! Нейтрализовать их. Отличное попадание. Готов открыть огонь! Ну, интересненькая миссия. К ведению огня готов! Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Вижу еще пехоту. Опля! Где? На дороге противник. Установить радиус сканирования. Ага. Один у той машины. Уничтожить его. Расправьтесь с ними. Может, подстрелишь его? Вижу пехоту. Попал! Ух ты! Готов открыть огонь! Надо выделить сигнал. Приближаемся. Восстановление цели. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Вним...
Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Нейтрализовать всех у здания. По какому зданию? Открыть по нему огонь. Установить радиус сканирования. Получил разрешение открыть огонь. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием. Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, подтвердите, что видите водонапорную башню. Вы имеете в виду водонапорную башню у перекрестка? Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот. Видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. У нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вот там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя! На нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Бабах! Отличный выстрел. Отличный! Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Ни хрена себе. Приближаемся. Надо выделить сигнал. Интересненькая миссия. Скорректировать угол развертки. Толком ни хера не понятно. На дороге противник. Установить радиус сканирования. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки, это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем. Уничтожить противника. Ну, они и разошлись. Нейтрализовать всех у здания. Больно, наверное. Бабах! Вас понял. Уничтожить их. Вон там. Получаю данные. Ты достал его. Покончить с ними. Восстановление цели. Вижу бегущую цель. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. Ни хрена себе. Готов открыть огонь! Получено разрешение открыть огонь. Вижу пехоту. Расправьтесь с ними. Уничтожить его. Нейтрализовать всех у здания. Покончить с ними. Получил разрешение открыть огонь. Вон там. Получаю данные. Прямое попадание. Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Ух ты! Пламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Осторожно! Вы чуть не пристрелили наших парней! Вас понял. Так, и что? Пламя, говорит П-6! Приближаемся к вертолетам! Спасибо за помощь! Конец связи! У нас получилась отличная запись полета.
Я вас понял. Да. Интересненькая миссия. Всем спасибо, задание выполнено. Вас понял. Возвращаюсь на базу. Окей. Возвращаемся к СОУПу. Погоняем. Это Абрамс, что ли? Походу, да. Турбинно-газовый двигатель. Это должен быть Абрамс. Ну, посмотрим. На опять на этом болоте, блядь. Да я не против. Только скажите, где гранатомет. Ой, блядь, чё их так много-то? Б-6, по фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Бегите за силуэтами на крышах! Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик, двухэтажном здании, 30 градусов слева, второй этаж! Есть цель! Огонь! Блять. Пиздец происходит. Отлично прошивает стены. Огонь!
Так, наверное, надо двигаться. Б6, говорит Кабан, мы можем наступать, прием. Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь. Бля, по-моему, они бесконечно распаунятся здесь. Ой-ой-ой-ой. Вот отличная игрушка, чтобы просто расслабиться, побегать, пострелять. Так, ну что, добежали мы аж сюда. Ух, блядь. А, сбоку, пидорас. Ой, блядь, стою. Продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть на чеку! Возможно, это ловушка! Так, что тут у нас происходит? Ага. Где-то я видел СВД валялось. Так, что дальше? Заходим! Заходим! Заходим!
Вражеский танк на дороге! Кабан, Б-6! Т-72 за зданием, 60 градусов слева! Можете открыть огонь, прием! Вас понял, Б-6, он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное. Целься! Вы знаете, почему Т-72 взлетает башня при взрыве? Потому что мудрые советские конструкторы сделали ДК в камере башни по кругу. Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у четвертого шоссе. То есть у Абрамса БК вот здесь сзади, с башни. А у 72-ки по кругу. Поэтому она отлично взлетает в воздух. Лейтенант Васкис, на связи Пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Арбехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем. Координаты возможного местонахождения Аль-Асада в столице. Первый батальон уже в пути. Данные свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится боеголовка. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат из МК-19. Внимание всем, говорит центр. Вражеская бронетехника в пальмовой роще к западу от реки. Короче, перегревается пушка. Да, блядь. Ага, мы остаемся на вертолете. Тоже неплохо.
вашу помощь! Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передовая группа попала в окружение в зоне высокой радиоактивности. Они отводили себя зеленой дымовой шашкой. Вас понял, виден цель, конец связи. Цветной дым обозначает местоположение союзников. Давайте спасем наших парней и уберемся отсюда к чертовой матери! Посадки опасны. Вернемся через 3 минуты. Союзники выпустили зеленую дымовую ракету! Они на втором этаже! Надо вывести парней оттуда! Хорошо. Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. Меня попали! Меня попали! Хвостовой винт поврежден! Давай, я думаю, вас. Сос! Сос! Говорит палач. Терплю бедствие! Терпим бедствие! Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5, как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь.
Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял, 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Идем спасать пилота. Палач, как слышите, доложите обстановку. Прием. Я здесь. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Выводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон! Вытаскивай ее оттуда и возвращайся к зоне посадки! Быстро! Отправляйся к Синайту! Мы их задержим! Шире! Да, блядь! Давай чудо. Вас понял. Уже в пути. Блять, не могу. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. Да, блядь. Отправляйся к Синайту. Мы их задержим. Нет, говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Лейтенант Васкис, говорит пират 2-5. Самое время убираться отсюда к чертовой матери. Вперед, вперед! Вас понял. Да, говорит ваш капитан. Скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды ликвидации пытаются... Подтверждена опасность... Заебись. Бля, наконец появился свет, сейчас перестанет фризить. Прикольно.
куда идти и что делать. Охренеть. Круто. Так, ну отсюда надо уходить. Нету никаких целей, типа. Мне хоть в эту сторону. Опять какая-то катсцена пошла. Короче, погиб, да? Пол Джексон. Окей. Одного своего героя мы убили. Асада нет, идем дальше. Обыскать дома. Соуп, вызывай удар с воздуха по тому зданию. А, только заметил, кстати, карту. Прикольно. Ага. Так бы игру прошел, блядь. Так и не понял, что в игре карта есть. Так, поехали дальше. Ебать, откуда ты здесь взялся? Здание чисто, переходим в следующее.
блядь. С дробовиком. Ой, бля. Бар Грин. О. Так. Ну что тут? В этом здании чисто, проверим остальные. Так, давайте проверим остальные, не будем задерживаться. Пиздец, короче. Нужно прорываться ближе сразу. Или нет? Жестко. Сейчас по чуть-чуть попробуем. Блять, тупо не дают вставить. Come on.
здание чисто, проверим следующее. Блять, сколько тут зданий? Охренеть. Тут еще и танк. Да ты чё? Здание чисто. То ли БМП. БМПшка. Охеревшие. До свидания. Зачистка домов, это в Call of Duty прям их визитная карточка, блядь. Здание чисто, аль-Асада нет, идем дальше. Так, очень далеко дом остался. Хуй. Сука. А, у нас есть еще это, блядь. Поддержка с воздуха. Почему я не могу туда пройти? Ага. Вертолет в пути. Мы со всем разберемся. Конец связи. Давайте. Ждем. Где он? Открывайте домишко. Запомните, Аль-Асад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед. Отлично. Откуда у тебя бомба? Это не я! Тогда кто? Это не я! Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый. Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев.
Ага, начинается еще один злодей. Будем искать. Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль — настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Сталкер начинается. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем. Зачем мы патрулируем? В этой маскировке они нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем. Зачем мы патрулируем? Убей одного, пока второй не видит. Попадание. Спокойной ночи. Пошли. Не двигайся. Нас не заметят, если пойдем в обход. Внутри четыре объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противнику машины. Не двигайся. В колокольне наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы все рассмотреть. Сможешь снять дозорного? Черт возьми, дозорный заметит тело. Оттуда он труп не увидит. Чуть не попались. Приготовься, сейчас пойдем. Подожди, пока он отвернется. Готов? Вперед. Thank you.
Выдвигаемся. Медленно и спокойно. Эй, Сьюзи! А? Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации дикие собаки стали сильнее и злобнее. Не стоит их недооценивать. Какая у нас ставка? Да! Вот заплатят мне за все это дело, куплю мотоцикл. Вот не двигайся! Жди. Как думаешь, нападет на нас Америка? Впереди чисто. Идем! Эта страна давно уже катится в ту под хвост. Никогда такого не видел.
транспорт подъезжает к месту обмена. Ветер усиливается. Можешь учесть порывы ветра или просто подождать, пока он не утихнет. Но тогда цель может скрыться. Решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Вижу цель. Идентификация Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Вперед! Вперед!
Беглецы у бассейна! Направить к ним группы А и Б! Немедленно! Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Минус противник. Цель нейтрализована. Попадание.
еще один. Нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Пошли, пошли, пошли! Немножко не такая снайперка, как... Ресторан. И опять надпись хуй на нем. Так. Ну что там, заходим или как? Все чисто. Приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить свет. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты ну никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Так,
Засада, блядь. Уазики. Придурок. Сэр, вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Ждите. Поджарим их. Так, ну тут все очень как-то быстро, блядь, происходит. О, блядь, это свой. Вам в гости, сэр! Вражеские подкрепления с севера! С севера? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это этот мудозвон. Будем сейчас его догонять, наверное. На северо-запад от свалки. Взять его, живо, живо. Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Блять. Ёб твою мать. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат идём кишит сюда. Вражескими силами. Конец и связи. Сделаем сафари, блядь. Беда только в том, что по нему стрелять нельзя. Пошли на прорыв. А то я так понял, он не бесконечно распаунится. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым. Цель снова уходит. Слева есть переулок. Оттуда вы сможете отрезать ему путь. Охуеть. Тут еще и можно его потерять. А, типа он где-то здесь. Что за блять? Стороны железного забора. Два противника справа фланга.
противник на втором этаже справа. Один за перевернутым баком. К вам приближается враг из перевернутого слева. Два террориста за углом у зеленой машины. Все чисто. Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Хищник 1-6! Мы попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Не, ну это пиздец. Занял позицию на пятом этаже! Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б, цель видите? Прием. Подтверждаю, объект вошел в пятиэтажное здание. Пятиэтажечки. Объект родные. Здание, второй этаж. Объект слева этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту. Они у меня на прицеле. Да, блять, уберите их. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Блять, заебись. А, или мне вообще не сюда? Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! На него оружие! Заебись. Проблемы. База говорит B6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем. Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, нашу экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь на их руках. Они оккупанты. Все американские и британские войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Либо мы сейчас захватим центр управления пуском, либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Приближаемся ко второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала.
Алтай. Ну, посмотрим. Где Грикс? Не знаю, сэр. B6. Сержант Грикс активировал свой приемопередатчик. Он в полукилометре от вашей позиции на юго-западе. Прием. Так, пошли найдем Грикса. Он выпал где-то не там. Не понял. Террорист нейтрализован. Где вы их мочите, блядь? Что-то я немножко не там. УАЗик. Так, что-то там до хера фонариков. Блять, снайперки нет. Вижу противника. Попал! Противник убит! Убит! Противник убит! Все чисто. Грикса, должно быть, держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо! Вперед! Минус один. Что дальше? В комнате все чисто. На этаже чисто, поднимаемся на второй. Блядь, тут есть второй этаж. Блядь. Да, ну не умею я, блядь, тихо это все делать. Грикса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Соуп, разведай обстановку. Давайте разведаем обстановку, блядь. Сделаем вот так. Что там дальше? Что с этими, блядь, псами? Так, что дальше? Ага, граната и собаку не. Бля, там еще одна. Конечно, потому что вы сидите как дебилы, блядь, ждете непонятно чего. Где остальные? Грикс, 678-45-20-56. Знаешь, товарищ, шаенские конвенции – вещь хорошая, в теории. Так что побереги нервы и просто ответь на мои вопросы, хорошо? И сколько этих... Кажется, мы на месте! Грикс... Приготовиться к штурму! Твой командир. Скоро здесь будет очень жарко. На вашем месте я бы отсюда смотрелся. Юр, где ножом? Пошли, пошли, пошли! Все чисто. С
Соуп, освободи Грикса! Живее! Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили. Я так и хотел сделать, но ты же зажал всю взрывчатку. Все в порядке? Да, готов идти. Хорошо. Первая группа, мы нашли Грикса. Выходим из второго здания. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Вражеские вертолеты. Так, давайте ляжем. И они нас не заметят. Вперед! Си-6, доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял. Соуп, устанавливаем взрывчатку. Пошел! Всем отойти. Нейтрализованы. Электричество отключено. У вас 20 секунд. Вас понял. Идем в периметр. Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10. Красиво, блядь. Ждать сигнала. 5 секунд. Хорошо. Мы прошли. Б-6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся. Конец связи. Открывай ворота. Вражеские вертолеты. Здесь скоро станет очень жарко. Газ, бери Соупа и остальных и прочеши базу. Мы с Гриксом постараемся найти другой путь. Нужен огонь поддержки. Контакт к западу. Блять, я же без снайперки. Да, сука, тут со всех сторон просто. Контакт! К северо-западу! Цель нейтрализована! У нас потери! Минус враг! Войска противника на юго-запад! Хер знает, вроде ж закинул им сюда гранату. Они живы и невредимы.
Блять! У нас потери! Охренеть! Чё тут забыл, мудень? Цель уничтожена! Американцы! Цели к югу отсюда! О! Вражеские гранатометчики на крышах! У нас потери! Охереть. Что-то в последнее время, да? До хрена умираю именно от взрыва машин. Вражеские гранатометчики на крыше! Да, блядь. Так, давайте двигаться дальше, на прорыв. Пошли нахер отсюда. Я пустой, заряжаю. Б6, снайперская группа 2. Выходим из-за леса на юге. Контакт к востоку. Не стрелять, это американские снайперы. Связи. Вас понял. Тополь М.
Б-6, мы все еще пытаемся получить у русских коды запуска. Вот-вот они будут у нас. Продолжайте операцию. Конец связи. Вперед! Б-6, вторая снайперская группа на позиции. Мы прикроем вас. Прием! Блять, это свои. Мы прикроем вас, прием! На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Найдите взрывчатку и тяжелое оружие. Прием! Готов. Выстрел в голову. Блять, хреново, что есть такой вариант, что тебя завалит граната, ты ее даже не сможешь отбросить. Так, короче, мне хотят, чтобы я... На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Найдите взрывчатку и тяжелое оружие. Прием! Блять, ну, наверное, стоит все-таки сзади подбегать, а не спереди. Мы прикроем вас, прием! На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Найдите взрывчатку и тяжелое оружие. Прием! Говорит центр. Доложите обстановку. Прием. Вы внутри! Приближается к воротам, ведущим к силовым башням! Конец связи! Найс 30. Вы серьезно? Прикройте меня, буду взрывать ворота. Товарищи, не забывайте павших братьев.
Блять, какой-то пиздец здесь происходит. Не понял. Короче, так проще. Подбежал, уебал. Алло. Блин, красиво сделано. Дайте нам пару секунд, чтобы прорваться через шахты. Проходим через шахты. Ждите. Ну, блять, динамичненько, как обычно. Ну, типа, реально все в стиле Call of Duty. Группа 1 приближается. Группа 2 направляется к центру охраны. Группа 3 вошла на территорию базы. У нас хорошая новость и плохая новость. Пульт управления запуском находится к юго-западу от вас. Вы должны ввести с него коды отмены, чтобы уничтожить ракеты в воздухе. Газ, атакуйте центр охраны. Шоу, Грикс и я отправимся к центру управления запуском. Вас понял. Центр, а что за плохая новость? Плохая новость. У нас до сих пор нет этих кодов отмены. К черту. Попробуем сделать все возможное. Отлично. Выдвигаемся.
Капитан Прайс, докладывает 5D6. Очищаем восточное крыло и направляемся к центру управления. Прием. Вас понял, D6. Мы прямо над вами в шахтах. Не стреляйте. Вас понял, сэр. Тревога! Противник проник на базу. Повторяю, противник проник на базу. Капитан Прайс докладывает 2 УА-6. Мы попали под обстрел в южном крыле. Они перекрыли здесь вход. Прием! Вас понял, УА-6. Объединяйтесь со второй группой и помогите им захватить центр управления. Прием! Вас понял, сэр. Отступаем ко второй группе. Конец связи. Капитан Прайс, передаем вам коды для самоуничтожения ракет в воздухе. Ракеты достигнут восточного побережья через 11 минут. Прием. Вас понял. Противник окружен у казарм. Там нам потребуется подкрепление. Кухня. Заглянем, что там сегодня приготовили. А, блядь, время еще есть. Каким-то нескончаемым потоком. У нас 10 минут. Блять, звезда. Установка 70. Интересно. Да, блядь. Вот слышал, что покатилось. Думал, это та, что уже взорвалась. Так, где мой гранатомет? Почувствую себя Арнольдом. У нас 10 минут. Противник проник в складские помещения и спусковым шахтам. Главные двери в центр управления пуском блокируются. Начинается основная стадия пуска с 3 по 6 шахты. Ждать сигнала. Закрыть все ракетные отсеки. Топливопровод перекрыт. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелись! Блять. Да ёбаные гранаты, блять. Противник проник в складские помещения и спусковым шахтам. Главные двери в центр управления пуском блокируются. Начинается основная стадия пуска с 3 по 6 шахты. Ждать сигнала. Закрыть все ракетные отсеки. Топливопровод перекрыт. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелитесь! Бля, что-то их так до хера. Противник проник в складские помещения и спусковым шахтам.
Главные двери в центр управления пуском блокируются. Начинается основная стадия пуска с третьей по шестую шахты. Блять, куда? Закрыть все ракетные отсеки. Топливопровод перекрыт. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелитесь! Так, ладно, давайте не спеша. Ну, в смысле, спеша, но не настолько. Постепенно. Блять, просто попадаешь под этот перекрестный огонь. Что-то они такие все точные, блядь, стали. Еще и ныкаются в темных, блядь, участках. 30 секунд. Программа теплового наведения загружена. Вперед! 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 10, 9, 8, 7. В чем прикол? Пусковым шахтам. Главные двери в центр управления пуском блокируются. Начинается основная стадия пуска с третьей по шестую шахты. Ждать сигнала. Закрыть все ракетные отсеки. Топливопровод перекрыт. Сэр, что происходит? Что они говорят? Черт, они начали отсчет. Захаев собирается запустить оставшиеся ракеты. Шевелитесь! Еще один заныканный. Блять, ну вот как так? Да, блядь, время идет. Как бы. Мать твою, да ты издеваешься. Газ, не можешь побыстрее открывать? Нет, сэр, но вы можете попробовать его подтолкнуть, если вам от этого станет легче. Хитрый ублюдок.
группа, доложите обстановку. Прием! Третья группа на месте с юго-восточной стороны центра управления. Ждем сигнала. Вы у противоположной стены? Прием! Подтверждаю. Готовимся к штурму. Соу, устанавливай взрывчатку. Выполняй! Вперед! 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 Ух, блядь! Бля, это свои. Да, блядь, хер поймёшь. Чисто! Соу, вводи коды. Мы задержим их подкрепление. Где? Стоит воспользоваться ими, чтобы убраться отсюда к черту. Передаю координаты гаража. Вас понял. Встречаемся у гаража. Конец связи. Долбаный Захаев. Вперед! Всем группам, говорит центр. Рекомендуем немедленно покинуть территорию. К вам приближаются многочисленные войска противника. Уходите оттуда быстрее. У нас гости! Приближаются вражеские подкрепления! Очень маленький здесь магазин. Если только он не найдет нас первым. Давайте догоним этого пидора. Противник окружил главную зону посадки. Отправляйтесь к вторичной зоне посадки к югу от моста. Количество вражеских сил огромно. Какая жара, а? Комнатные температуры? Ради бога. Пиво должно быть ледяным. Может, лагера? Или стакан воды, как ты любишь? Или кружку стаута? Придется мне вам обоим преподать урок, как только вернемся в Штаты. В любом случае, сначала остановимся в Лондоне. За мой счет. Что ж, по крайней мере, конец света не наступил. Уходим отсюда. Вражеский грузовик в тыло! Блин, да вы чего? Ну это уже чистый Call of Duty. Грузовики.
блядь, что происходит, сука? Да как тут попадешь, вы чё? Блять, заебись. А, это свои, бля, еще и свои чуть не прибил. Вертолет улетел! Должно быть, боеприпасы кончились! Да неужели? Постой! Он хочет взорвать мост! Остановите этот чертов грузовик! Блять, наконец. Куда пошли? Ни хрена не понял. Не выдержит! Пошли, пошли, пошли! Да ёб твою мать. Не выдержит! Пошли, пошли, пошли! Он сейчас рухнет! Уходите оттуда! Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не могу. Не теряйте надежду. Конец связи. Никчемный придурок! Капитан Прайс! Подкрепление не будет! Так, и что тут? Вы должны выжить. Говори, сержант Комаров. Я так понимаю, вам не помешает помощь. Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Заебись. Фу, блядь. Так, сидим здесь дальше. Координаты 244-352. Запрашиваем поддержку вертолета. Прием! Мы пытаемся, Битя. Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. Никчемный придурок! Сержант Комаров, я так понимаю, вам не помешает помощь. Чертовски рад слышать тебя, дружище. Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Блять, Гриксу пиздец.
Ага. Ебаный Захаев, тут как тут. Газа прикончили. Блять, прикиньте, это надо было всех убить. Так, пробуем еще разочек. Прицелимся на этот раз. Хера. Блять. Тут, блять, целься, не целься. Так, что там дальше? Коля Шверник. Он едва дышит! Один живой! С тобой все будет в порядке, дружище! Ну, если это конец игры, то, в принципе, неплохо. Отличный шутер. Реально. Клюквы, конечно, пиздец. Российское правительство сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Представители партии сепаратистов пока не комментировали данную ситуацию, но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить. Так, ну все, ребят, я так понимаю, что мы прошли. Call of Duty 4, Modern Warfare, культовый. Игра отличная. Можно оценить, блять, в 4.4, скажем так. Были свои нюансы. Так, в принципе, даже не знаю, к чему придраться, на самом-то деле. Кроме всяких сюжетных нюансов. Вот, так-то игрушка зачетная. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Ну, тут геймплей крутой. Графика на свое время крутая. Музыка хорошая. Персонажи. Короче, все четко. Миссия в Припяти вообще отлично. Это любимая, как всегда. Вот, так что, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить свои лайки, будем дальше проходить Call of Duty, будем проходить другие культовые игры, так что подписывайтесь. Увидимся с вами на канале Cult Games. До новых встреч!